пока, брат, идем. А можно вас надеть? Никого. Никого. Да, ну отдал сюда. А он не живет? Так сказать. Нет. Пуп земли, он не заключается. В том-то и в том. А в чем? Пуп земли в самих людях. А кто он? Ну действительно здесь хорошие кузнецы были. Да, хорошие. Они везде хорошие. Он кричал, что не отдал мне. А в чем секрет-то? Именно псковский. Ну, когда Иван Грозный захватил Псков. Дабы расправить седов, две трети населения выселил в Москву. Поэтому, да? Нет. Машину там собирается. Две трети в Москву. Через три года. Он не знает вообще, какую. Ну так а насчет чего? Сказал, что нам сказал. Бывшая, блядь, район. Различное дело, что все нужно. Ну, я тоже не знаю. Кровь-то право. Да, да. Вот мы сейчас меняем. Конечно. Я богатый маленький говорю. Много берут. Единственное, что мне не понравилось, что один утренний. Так и что же это будет в итоге? Кочерга. Для мангала. Небольшая кочережечка, ее можно. В бане, в бане не пойдет, она короткая. И сколько стоить будет? На праздники не сколько. Сколько говорит? Куплю, куплю. Какой же куплю,